Мое образование закончил я Челябинский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, это его полное название. Обучался там непосредственно в качестве курсанта. Вот, и по окончании я получил диплом юриста, то есть, в принципе, юрист по образованию. После выпуска, да, я работал в милиции, но это было достаточно такое уже непродолжительное время, потому что за время учебы, совмещая ее со своим увлечением на тот момент, у меня уже по окончании института стал как бы выбор, что выбирать, милиция либо танцы. Работал в самом обычном отделе, занимался, ну, в принципе, чем? Расследованием преступлений, то есть я был следователем. Днем я расследовал преступление, а вечером я танцевал. Все произошло достаточно спонтанно, видимо, вот такая вот воля судьбы. Очень случайно меня занесло на кастинг танцоров, который проходил в одном из ночных заведений города Челябинска. Вот. Ну, я прошел этот кастинг, и с этого как бы все понеслось и закрутилось. Ну, вот это вот остатки, так скажем, прежней роскоши, форма сохранилась частично, то, что было более-менее неубиваемое, ну, вот оно у меня на всякий случай вот так лежит, как, я не знаю, там, как хорошая память, как большой такой период в моей жизни. Вот, вот такую вот форму я одевал каждый день. Практически изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Вот. И с утра появлялся в ней на построении ежедневном. Вот. После чего начиналось непосредственно мое обучение. И в такой вот форме я проводил каждый день. Ну, вот, допустим, к примеру, там некоторые из моих костюмов, которые так в более-менее собранном состоянии. Это вот у нас всякие разные образы, я думаю, можно, в принципе, догадаться, что есть что, кто есть кто. Так. Это часть, так скажем, моих образов. Я как бы сторонник того, что образы должны быть максимально интересные, соответственно, с каким-либо сюжетом. Вот это именно костюмы, под которые делались номера с непосредственным сюжетом. Ну, в данном случае вот костюм Карлсона. То есть непосредственно идут, вернее, в фонограмме какие-то вот именно вставки из непосредственно мультфильма «Карлсон». Здесь у нас представлен богатырь. Но это как бы не все, то есть там еще есть шлем, меч, все остальное. Ну вот, тут у нас вот перчатки, тут у нас кольчуга, там есть штаны как бы под низом, и все остальное. Тоже такой вот русский богатырь. Ну, Евгения я знаю еще со времен института. Вот, всегда был активным, веселым, компанейским парнем. Когда он пришел работать к нам в отдел, это не могло нас не порадовать. Вот, по работе себя показал тоже в целом отлично. Но проработал немного времени в связи с тем, что решил сменить сферу деятельности. Ну, друзья, товарищи отреагировали с пониманием. Вот. Ну, я думаю, мнение остальных его не волновало.